Любыми учительницей хочется мне сказать, дорогая, спасибо за то, что она научила меня с любовью во всем относиться, трудиться, дружить, понимать и ценить. Но самое главное – это учиться. Пожелания датированы 1982 годом. Карьеру учителя Вера Ерхова начала в сентябре 42-го. Пошла по стопам мамы, в ответственности начальные классы. В военные годы жить приходилось тяжело. Студенческая пора и вовсе стерлась из памяти. Но первое место работы и первые выпускники навсегда остались в сердце самым теплым воспоминанием. А еще любовь своего супруга Вера Ивановна встретила все в том же 42-м. Тогда он уже вернулся с фронта. Рука об руку началась история в 66 лет счастливой жизни, а вместе с тем и профессиональная карьера. Мужа направили директором школы в старые Маклауши в Ульяновской области. Это проработали мы там 11 лет. Вот здесь, в Ульяновске, живет ученица моя, отличница. Каждый год посещает день учителя, и на 8 марта с дочкой приезжает. Потом работала в Цельнинской школе, через год в 41-й школе в Заволжском районе Ульяновском. Дальше в Самаре. В соседнем городе Вера Ивановна еще 11 лет посвятила любимой работе и здесь же отвела свой последний урок. Любовь своих учеников женщина пронесла через всю жизнь. Даже спустя столько лет помнит каждого, кого научила не бояться ошибок и смело смотреть в лицо ненастьям, не говоря уже о базах русского языка, литературы и биологии. Тоже меня там не забывает Самара, и ученики, и родители, и учителя, с которыми вместе работали, у кого есть мои телефоны. Так что я не одна, весь путь прошли мы с своим мужем вместе. Сейчас мужа Веры Ивановны уже нет в живых, но женщина до сих пор говорит: «Мы женаты, просто пока не вместе». Любовь к друг другу и к своей профессии – это то, что дает силы. Впереди праздник 1 сентября. А днем позже Вера Ерхова отметит свой юбилей – 95 лет. За эти годы в багаже знаний накопилось немало опыта. И самый ценный – любить то, чем занимаешься. Учителям легенда профессии желает терпения. Все же время не стоит на месте. Меняется учебная программа, да и сама молодежь взрослеет намного раньше, чем прежде. Сейчас уже нет пионеров и октябрят. Но дети, чьи глаза горят, кто желает получать знания, никогда не исчезнут. Ой, ребятишкам отлично учиться и вести себя хорошо. Самое главное – учеба. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.